Федерального округа в Екатеринбурге с 5 по 8 июня. И сегодня завершающая финальная точка. Праздник духовой музыки. Марш-парад муниципальных духовых оркестров Свердловской области и военных оркестров Центрального военного округа. Большой праздничный концерт в 15 часов в историческом сквере. А затем в 7 парках города вечера духовой музыки. В городском саду играет духовой оркестр с участием наших замечательных коллективов. Дорогие участники парада, дорогие
жители Екатеринбурга и гости столицы Урала. Вас приветствует заместитель губернатора Свердловской области Павел Владимирович Креков. Дорогие екатеринбуржцы, уважаемые музыканты, молодые, очень молодые, и такие зрелые, говорят нам, песня «Строить и жить» помогает, у КВ-оркестра нам тоже помогают и строить, и жить. Тем более, что их у нас на территории области 26. Пусть их будет и 44, и 58, потому что много что нужно построить, и хочется подольше жить. Поэтому я вас всех поздравляю с сегодняшним таким праздничным собранием. Сегодня последний день работы культурного форума. Нам есть что показать, нам есть что сыграть, что спеть и прогуляться с хорошим настроением по набережным Екатеринбурга. Всех с хорошим днем, всех с завершением культурного форума, с таким замечательным оркестровым духовым праздником. Успехов, удачи, счастья! Спасибо, Павел Владимирович. Впечатляет география участников праздника духовой музыки. Екатеринбург, Красноуральск, Асбест, Новоуральск, Алапаевск, Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский, Ревда, Верхняя Синичиха, Кушва, Верхняя Салда, Качканар и Красноуфимск. Давайте поаплодируем нашим музыкантам, следующим спасибо. На Уральском культурном форуме много почетных гостей. Мы очень рады, что вместе с нами в эти дни президент Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» Михаил Аркадьевич Брызгалов, Москва. Дорогие друзья, уважаемые музыканты, дорогие руководители, уважаемые начальники оркестров, начальник службы, уважаемый Павел Владимирович, замечательный день сегодня, погода, и вот эти оркестры, которые находятся здесь, на этой площади, говорят о том, что Екатеринбург – настоящая культурная столица Урала. И то, что только что мы обсуждали с руководителями духовых оркестров, и то, что какая интенсивная жизнь, культурная, музыкальная, и то, что вы, уважаемые друзья, в свой выходной день пришли послушать и увидеть это духовое шоу в центре города, это очень важно. Я хочу поделиться с вами радостью и сказать то, что, может быть, не все знают. В прошлом году в творческой смене в детском центре «Артек» прекрасно показал свое мастерство детский духовой оркестр муниципального образования город Алапаевск. И они... Вы приветствуйте, пожалуйста. И они наведут лучшими коллективами страны, показывали свое мастерство и принимали участие в сводном оркестре на Артек-арене, который транслировал телеканал «Культура», и защищали честь города Екатеринбург, и у них получилось здорово. У нас есть большие творческие планы с Екатеринбургом, мы будем их развивать. А сегодня я всем желаю хорошего настроения, порадоваться вместе с юными музыкантами, которые для вас будут делать все и показывать все, что они могут, с праздником духовой музыки. Спасибо, Михаил Аркадьевич. Дорогие друзья, Первый Уральский культурный форум проходит при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. А наш праздник духовой музыки поддерживает администрация города Екатеринбурга. Вас приветствует заместитель главы города Екатеринбурга Дмитрий Евгеньевич Баранов. Дорогие екатеринбуржцы, дорогие гости нашего города, организаторы и участники Уральского культурного форума, я от всей души хочу поприветствовать здесь, на нашей екатеринбургской земле, и, конечно же, сказать, что
духовое оркестровое движение в Екатеринбурге как никогда на подъеме. Сегодня в городе Екатеринбурге 4 оркестра, но мы проводим так же, как и в Артеке, в наших лагерях, в лагере «Уральские самоцветы» совсем недавно была проведена смена для детских духовых оркестров, и 120 детишек абсолютно бесплатно 21 год ходили по нашему лагерю и показывали свое мастерство в городе Сысерть. Дорогие друзья, я уверен, что Уральский культурный форум традиционно будет принимать Екатеринбург. Почему? Да потому что эти несколько дней останутся незабываемыми для всех участников. Мы вас рады видеть. И я уверен, что 300-летию города Екатеринбурга в день города в 2023 году выступит, конечно, не 300 оркестров, но оркестров 50 будет. Александр Павлович, обещаете? Так точно. Поэтому с праздником, хорошего настроения, ну и, конечно же, насладиться искусством. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Евгеньевич. Вот случай, скажем, что второй Уральский культурный форум будет принимать Тюменская область. И эстафету уже передали на открытии форума. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить за поддержку глав и руководителей муниципалитета Свердловской области. И сегодня мы приветствуем на нашем празднике заместителя главы Песовского городского округа, это Михаил Сергеевич Крыгин, и главу Верхнесалдинского городского округа Михаила Владимировича Савченко. Ну а сейчас, дорогие друзья, наш марш-парад открывает, объявляется открытым. Звучит гимн Российской Федерации. Главный дирижер начальника службы Центрального военного округа Сергей подполковник Сергей Алеев. Thank you.
Я слышу, все нормально.
Thank you.
Ну что ж,
Дирижеры говорят, что они готовы. Дорогие друзья, приветствуем всех в историческом сквере. Сегодня правильно аплодисменты. Поприветствуем музыкантов. Поаплодируем хорошей погоде, которая сегодня с утра. Ярко светит солнце, тепло, замечательно. Сегодня завершается первый культурный уральский форум. И завершающей его точкой является праздник духовой музыки в Екатеринбурге. Сегодня здесь, в центре города, свыше двух десятков оркестров, которые представляют Екатеринбург, Красноуральск, Асбест, Новоуральск, Алапаевск, Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский, Ревда, Верхняя Синичиха, Кушва, Верхняя Салда, Качканар и Красноуфимск. Поаплодируем нашим музыкантам, которые сегодня в 4 утра, в 5 утра встали и приехали, чтобы порадовать жителей Екатеринбурга праздничным концертом духовой музыки, потому что духовая музыка – это всегда праздник. Дорогие друзья, всего 4 дня осталось до государственного праздника, Дня Российской Федерации. И мы начинаем наш концерт. Звучит гимн Российской Федерации. Дирижер, начальник военно-оркестровой службы Центрального военного округа, подполковник Сергей Алеев. Принимают участие и военные музыканты, сводный военный оркестр 90-й танковой дивизии, военный дирижер майор Александр Федосеев, лейтенант Александр Баинов, 25-й военный оркестр, начальник подполковник Андрей Попов, военный дирижер майор Роман Лишенко. Они открывали Уральский культурный форум 5 июня на сцене Свердловской филармонии. И сегодня они вместе с оркестрами муниципалитетов. В концерте принимают участие почти все дирижеры сегодняшнего марш-парада. Александров, да здравствует наша держава! За дирижерским пультом заслуженный деятель искусств России полковник Александр Павлов.
духовой музыки продолжается. И оркестр в несколько сотен человек из нескольких десятков городов Свердловской области исполнит победный марш «Слава Родине». Дирижирует заслуженный артист России, председатель Свердловского филиала духового общества Геннадий Калегин. Оркестром дирижирует руководитель детского духового оркестра Верхнесиничихинской детской школы искусств Александр Пешков. Звучит знаменитый вальс «На сопках Маньчжурии». Thank you.
духового оркестра продолжает «Русский марш» Геннадия Пучкова. Дирижирует художественный руководитель эстрадно-духового оркестра «Серебряные трубы» ДК ПНТЗ Мукчан Григорян. Округа подполковник Андрей Попов. Макс Кюс, вальс «Амурские волны». Thank you.
духового оркестра, сводного духового оркестра продолжит мелодия, из-за которой в 30-е годы в Советском Союзе девочек стали называть риоритами. Знаменитый пасодобль риорита. Дирижирует руководитель Асбестовского муниципального оркестра имени Борисова и детского духового Асбестовского оркестра Василий Шавшеев. Не понял, просто. Послушаем его исполнение и классику. Дмитрий Шостакович, вальс номер 2 из джазовой сюиты. За дирижерский пульт возвращается начальник 25-го военного оркестра штаба Центрального военного округа подполковник Андрей Попов. Thank you.
цветущий май. Дирижирует заслуженный артист России Геннадий Калегин. Дирижирует заслуженный артист России Юрий Бучуков. Thank you.
просто, но праздник духовых оркестров не закончился, потому что сейчас оркестры разъедутся по 7 паркам города. Встречайте их в парках Южный, Эльмашевский, Таганская Слобода, Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского, парк при торговом центре «Радуга парк», парк имени Архипова, а также на сценической площадке по улице Вайнера у торгового центра «Гринвич». Концерты пройдут с 6 до 7 часов вечера. Звоните знакомых, приглашайте друзей, слушайте музыку на открытом воздухе.